В Тверской области состоялось предварительное голосование за кандидатов от партии «Единая Россия». Именно победившие в праймерис члены партии и будут внесены в списки на выборы в депутаты областного парламента и органы местного самоуправления. В Кашинском районе голосование прошло спокойно, штатно и никаких нарушений зафиксировано не было. В Калязине, который входит в этот избирательный округ, работали 3 участка, еще один в районе, в поселке Семидяева. Активность жителей была довольно высокой. В целом по области проголосовали 18 201 человек. Жители сделали свой выбор, отдали голоса тем кандидатам, которых считают достойными выдвигаться от партии «Единая Россия». Для жителей это способ выбрать человека, который действительно достоин, которого можно определить по итогам неких дебатов, неких голосований, которые проходили уже в рамках предварительных голосований, да. Можно выбрать достойного человека, а не просто списком, который до этого существовал, да, куда проходят люди не совсем понятные, может быть, и которых вообще народ, избиратель не знает.